Наитеплейшие пожелания вам, вашей семье, крепкого здоровья. На город Воронеж, наитеплейшие 7-3. Вот, как говорится, это родина моей бабушки. Вот, рада, очень-очень давно не был в вашем городе. Жму руку и 7-3. До свидания. Киев, Киев, Воронежу, Киев, Воронежу. Я так понял, Геннадий подошел. Здесь Александр позывной Алекс на приеме. Алекс, добрый день, поприветствую тебя. 5-8 принимаю, без проблем. Все правильно, Воронеж, оператор Гена. Антенна полволны. Китайка, балалайка, эмитон 4-5, 100 ватт в антенну. Жарковато в Воронеже, около 30. Пожалуйста, Алик, прием. Добрый вечер, Геннадий. Рад вас слышать, рад очередному КСО. Вот, а тут давненько в прошлом году с вами КСО проводили. Я тут уже ребят спрашивал, не слышали они вас. Говорят, все нормально, вы в эфире. Ну вот, рад сегодня прохождение на Воронеж открылось. Вот, так что очень рад встрече. По аппаратуре. Президент Гранд 2 у меня сейчас работает, 80 ватт в антенну, с помощью помощника Затаги B150. И в этом году обновился, антенну поставил 5-8 на крыше 9 этажа, Midland Energy. По погоде плюс 30 было днем, сейчас где-то 25 градусов, но на завтра там и на выходные обещают дожди. На приеме, Геннадий. Принято, Алик, принято. Ну что ж, рад поприветствовать. Не всегда бывает прохождение на Киев, но вот сегодня открылось. Да и на прошлой неделе тоже было прохождение на Киев. Я разговаривал с Алибабой, Алибаба Виктор. Вот с ним разговаривал. На приеме, Алекс. Да, Геннадий, все прекрасно принято. Да, есть у нас такой корреспондент, Алибаба. Вот, он там торгует, ремонтирует у дальнобойщиков радиостанции. На окружной дороге работает. Вот. Что такое? В общем, я очень рад вас слышать. Если есть у вас вопросы, Геннадий, я отвечу. Микрофончик вам. Да без проблем, Алик, без проблем. Только вот это, хотел уточнить, самого Киева или рядышком там где-то находитесь, откуда ведете репортаж, Алик, прием. Да, принято, Геннадий. Ну я помню, мы когда с вами в прошлом году ЧСО проводили, я под Киевом был, с дачи работал. А в этом году я вот уже дома поставил вот на крыше себе антенну. То есть работаю как и в городе, так и на даче. Ну, в данный момент в самом Киеве. Это если выезд на Харьков, выезд на Харьков идет. На приеме, Геннадий. А, принято, принято. А скажи, а как шумовой фон? У меня какая-то аномальная зона, ей-богу, я замучился. Тоже полволны, но такой шумовой фон большой. Ну, и ребята обижаются, зовут, а я не всегда могу услышать. А вот такая картина. Ну, когда сигнал более или менее пробивает шумовой фон, и поэтому я принимаю. А вот, но не всегда удается, вот, слышу, зовут, разобрать не могу, особенно когда ребята работают без помощников. А вот такая картина. Как у тебя с этим делом? На приеме. Геннадий, вас прекрасно принимают, без проблем, не знаю, что у нас тут в пятерках работают турки по проходу, вот повалили. Вот, но вы их перекрываете, и я не вижу никаких проблем с вашей модуляцией, там никаких фонов, ничего нету. Все прекрасно, сигнал стабильный, вот как остановился вот сейчас за мной 10, и без проблем. И прекрасная модуляция, все разборчиво. На приеме, Геннадий. Ну так это, я о чем спрашивал, что принимать операторов других регионов. Или у вас он там поменьше? Я вот об этом спрашивал, прием. Нет,
пожалуйста, я, если вот такая хорошая как бы модуляция и сигнал, уровень сигнала, как у вас, никаких проблем. Ну и вообще как бы на Сибири нету тут никакого фона. Конечно, за городом намного лучше. Тут единственное, как бы, это если на КВ работать, конечно, если там на 80-ку, 160, конечно, в городе это, ну, очень тяжело. А за городом без проблем. Вот, конечно, эти корреспонденты вот без усилителя, ну, тяжело. Алекс, качнуло сигнал у вас, качнуло сигнал, конец передачи, там, да, качнуло. Боюсь, что я вас потеряю. А, это, все эти топы. Да, Воронеж, Киева. Просто скажи. Средний голос. Агната, кого привет? Принято, Алекс, прием. Для Киева. А вы родились друг за друга? Да, что гараж. А то будет дома. Алекс, я говорю, вы приняли мою просьбу? Приняли? Нет? А я ж вас потерял. Я говорю, Петру Тополю привет от меня передавайте. Прием.